14 июля в городской мэрии состоялось очередное совещание по вопросам соблюдения норм трудового законодательства. В заседании приняли участие председатели профсоюзных организаций города, представители администрации, специалисты по кадровой работе и председатели первичных организаций профсоюзов. Организатором семинара стали Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан и Федерация профсоюза Республики. Федерация профсоюзов традиционно проводят такие семинары, направленные на то, чтобы наши председатели первичных профсоюзных организаций, представители организаций предприятий узнали новые новации в трудовом законодательстве для того, чтобы, скажем так, и контролировать выполнение его в своих организациях, и для того, чтобы довести до всех членов профсоюза и до, скажем так, и до специалистов те моменты, на которые надо обратить внимание. Ну, трудовое законодательство меняется. Это к несоблюдению, это может привести как к нарушениям, так и, скажем так, и к ответственности. На повестке дня стояло 5 вопросов. Об основных направлениях реализации государственной политики в сфере труда выступил заместитель министра труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Юрий Мельников. В своем докладе Юрий Михайлович заверил, что показатель безработицы по республике снизился. За последние 1,5 года мы видим определенные улучшения. Что касается безработицы, вот приведу эти цифры. Буквально в прошлом году был показатель 1,3, то есть по республике. Сейчас он уже составляет 1,08, то есть вроде как цифры незначительные, но на самом деле это значительный успех, значительное снижение. Мы опережаем эти прогнозные показатели по безработице. И это происходит, то есть благодаря вот, совместной кропотливой работе. Юрий Мельников выразил надежду, что в дальнейшем показатель безработицы будет еще ниже. Кроме этого, заместитель министра труда рассказал всем собравшимся о последних изменениях в трудовом законодательстве.